Короче, это история о тусовках студентов-медиков или же как мы кайфово провели выходные. Тусовки это, конечно, хорошо, но пары никто не отменял. Так что сегодня мы идем на лекцию по нормальной физиологии и на практику по оперативной хирургии. У нас закончилась лекция по нормальной физиологии. Идем на оперативную хирургию получать двойки. Или домой. Или домой. Хотелось бы, но мне не хочется отрабатывать потом это говно, если все-таки у меня получится получить нормальную оценку. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего дня? За лаком, поспали. Сейчас спрошу у Шара, получишь ты двойку? Если получу мы. Шарик, Влада, получит двойку сегодня за эту. Шансы хорошие. Спасибо. Очень приятно. Едем домой. Моя мама решила меня подвезти на дом. Ты моя маме. Тебе 20, а мне 18. Вот посмотрите объективно, кто выглядит старше? Ты. Я да, или... Я косметика как бы. Я просто косметика выгляжу старше, потому что крашусь как шлюха. Я что, выгляжу старше? Да. Я выгляжу как твоя дочь. Мой семейный психолог. Это просто девочка, которая многофункциональная. Она может действовать как охуенная подруга, охуенный психолог, помощник, поддержка, маме, сестра. Брат, племянница, тетя, бабушка. Звоните мне 5000 в час лучшим друзьям бесплатно. Давай сейчас, блядь, я твой нужен. Ну это ты. Я уже тебе деньги не беру. Непонятно мода, не бежала с места, с перебитым носом, пьяный по дворам нужно расстаться на. Я вернулась домой. В принципе, сейчас даже достаточно времени, чтобы подготовиться к тусовке. Единственное, что можно заметить даже по моему голосу, я начинаю заболевать. И мне нужно полностью все прополоскать, чтобы мне не было плохо. Вот. К тому же, у меня еще будет время приготовить еду моему молодому человеку. Вот. Так что да, погнали. Всё, я уже собралась, что Алиса решила сделать вот так вот хвостики. Надеюсь, он продержится надолго, потому что у меня не всегда получается заколоть так заколкой красиво. Ждём-с. Оцените прикид по 10-бальной шкале. Мне кажется, из нее лучше блогер, чем у меня, с меня. Ребят, все будет окей. Если нас потеряете, ищите через... Набирайте 112. Просто ждем 10 часов. Пол 11 даже, 10 часов. Ну да, кстати. Короче, пока. Мы приехали, блядь, так рано. Да, реально. Вау! Давай, давай!
В конечном итоге мы разъехались где-то к 5 часам утра. Всем привет! Это второй день тусовки. Я вроде выспалась, но и нет. Я очень сильно болит тело. Потому что 5 часов танцевать сложно. Сегодня мы собираемся играть в настолки у одногруппницы. Я уверена, что я поеду, потому что я очень устала и хочу отдохнуть. Да. Сейчас посмотрим. Если что, включусь на момент сбора. Я все-таки собралась. Скоро приедет Алиса. Вот, мы поедем. Играть в настолки. Сначала в кубах тусить, потом в настолки играть. Просто be like. Извините, что мало наснимала, но могу сказать точно, что вечер прошел просто замечательно. Мы допоздна играли, и потом мы заказали еду из Достоевского. На следующий день мой молодой человек позвал меня на концерт Ханса Циммера. К сожалению, я не могу вставить сюда все видосы, которые я снимала на концерте. Но просто посмотрите, какая была атмосфера в финале.